В преддверии Кубка Конфедерации и Чемпионата мира по футболу семинары по спортивной журналистике рекомендованы для посещения всем без исключения представителям СМИ. В сферу внимания спортивной прессы попадают не только спорт и физическая культура, но и все события общественной жизни, связанные с ними. А потому освещать такие мероприятия должны профессионалы своего дела, разбирающиеся во всех видах спорта. В Сочи об особенностях спортивной журналистики студентам рассказал Виталий Игнатенко. О спорте надо писать так же, как и о всех других темах: экономика, культура, образование, но только лучше. Спорт, он такой всеобщий, он включает в себя абсолютно все аспекты нашей человеческой жизни. Это и соревновательный эффект, это и престиж, это и здоровье. Сергей Евтушенко из Новосибирска. В Сочи на семинар по спортивной журналистике мужчина приехал с одной целью – повысить свой профессиональный уровень, а после применить полученный опыт в образовательной программе своего спортивного вуза. Есть много вещей, которые к нам в регионы не доходят, скажем. А вот сейчас здесь, побывав уже 2 дня фактически, уже 8, так сказать, часов лекций прошло, я открыл некоторые вещи для себя, которые, ну, можно сказать, впервые просто слышу. По словам организаторов, лекции по спортивной журналистике будут проходить регулярно. В завершении лекционного курса все студенты получат соответствующие сертификаты, а приобретенные знания мастерам слова и пера наверняка пригодятся на практике. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.